Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас швейное видео, но я считаю, что посмотреть его должны абсолютно все. Эта информация нужна всем и призываю поделиться этим видео, потому что может вам и не кажется ситуация серьезная, но я живу в Европе и мне уже не смешно. Вот, поэтому в данный момент я знаю, вся Чехия шьет, кто может, маски на лицо для больниц, потому что не хватает. И предлагаю вам тоже научиться это делать, что это умение пригодится абсолютно всем. Даже кто, у кого нет машинки, ее можно сшить руками, не напрягаясь. Вот она, наша выкройка. Я думаю, вы зафиксировали, пока я говорила ее. И, в общем, у нас три детали. Одна деталь 20 на 20 сантиметров, вот она, двойная, со сгибом, то есть 40 на 20 по сути, да, и две детали, которые у нас завязки. Так, эти размеры даны медицинским учреждением, вот, то есть завязки должны быть 40 сантиметров, ой, а я сказала, 90 завязки у нас, длина 92 сантиметра и ширина 5 сантиметров, 2 штук, будет понятно. То есть детали, вот они, 20 на 20, тут со сгибом, и две полоски длиной по 92 сантиметра, шириной по 5 сантиметров. Вот я вырезала деталь, и сейчас мне нужно эти завязки проутюжить, подготовить, сделать заготовку. Для этого я загибаю вовнутрь. Вот. Завязки сшиты для того, чтобы их можно было кипятить, потому что если будет резинка, как обычно в масках пришивают резинку, либо будет шнурок, если шнурок, то только 100% хлопок. Складываем пополам и проутюживаем вот таким вот образом. Я заготавливаю все мои завязки, вот они, и основная деталь я раскладываю. Вот этот сгиб пусть себе будет, вот здесь вот я просто заутюжу. В общем, здесь и здесь мне надо проложить строчку. Так, вот они, мои заготовки, девчонки. И еще краешки с вами обработаем. Значит, загибаем по, с каждой стороны по сантиметрику. Заутюживаю и перекладываю. Вот так вот еще заутюживаю. То есть в готовом виде. Ау! У нас эта завязка 90 сантиметров длина. И здесь срезаю вот так вот уголочки. Так, я, смотрите, я надеюсь, вам видно, сделала строчку здесь и сделала строчку здесь. Теперь складываю вдвое. Еще. Так, 2 сантиметра, видите, мы совмещаем со сгибом и отмечаем. Так. Теперь, что мы делаем? Мы заутюживаем, складываем по тем точкам, которые у нас 3,5 сантиметра. Теперь я здесь и здесь прошью. Так, вот такая у нас заготовка. Теперь мы берем наши завязки, 40 сантиметров отмеряем, в желобочек вставляем нашу повязку таким вот образом и прошиваем.
Теперь я прошиваю вот так вот по всей длине завязки. Итак, вот смотрите, видите, здесь и здесь я сделала закрепки, то есть укрепила, чтобы все хорошо держалось. Закрепки, соответственно, в конце. И вот такая вот маска на лицо у нас с кармашком. То есть она двойная, и можно вложить сюда прокладочку. Вот. Ну, а на этом, девчонки, все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. И всем здоровья. Самое главное, девчонки.